завершили оперативное совещание докладом о программе 10-го форума «Россия-Беларусь» в Уфе. Ну, собственно, жители уже заметили, что к чему-то Уфа готовится страшному в ближайшее время, судя по перекрытию дорог и страшным заборам в центре Уфы. В общем, с 24 по 28 июня пройдет этот форум в Республике Башкортостан. Доклад о том, что там случится, сделала Болычева Маргарита Дмитриевна и сообщила нам о том, что в Уфу приедет 3000 гостей. Будут и очень высокие гости. Представители руководства парламентов Российской Федерации и Республики Беларусь, соответственно, Валентина Ивановна Матвиенко и Валентина Каганова. Она возглавляет парламент Республики Беларусь. Будет первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь, будет посол Беларуси в Российской Федерации и 10 министров белорусского правительства. С российской стороны будет вице-премьер правительства Российской Федерации, 3 министра Российской Федерации, Министерство культуры, Министерство образования и Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Ну и еще куча всяких губернаторов. 25 губернаторов изъявили свое желание прибыть в Республику Башкортостан, в том числе, о чудо, даже Миниханов приедет. Ну и со стороны Беларуси будет 7 губернаторов. По словам Маргариты Болычевой, подготовлено 100 соглашений между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь. Из них 25 – это соглашения между Республикой Башкортостан и Беларусью. Маргарита Болычева заверила всех, что в ходе проведения этого форума будут применены все ранее известные и освоенные способы гостеприимства. Концерты, выставки, конные соревнования, футбол, чак-чак, юрты, пчелы, курай и даже настольный теннис. В общем, изо всех сил будем развлекать вот эти 3000 прибывших гостей. Путин и Лукашенко на этот форум, естественно, по известным причинам не прибудут, но обещали связаться по видеосвязи. Видимо, в утешение, что не будет Путина, в Уфу приедет Лариса Долина и зачем-то Дмитрий Харатьян. Ну, в общем, вот такой вот сумбурный праздник. Одно утешение, что пройдет он кратко, по сути, всего 3 дня. Так что, ну, перетерпеть эти 3 дня придется жителям Уфы. Будут совершенно адские пробки в центре. Объезжайте центр и постарайтесь вообще уехать из города на это время. Вот вам мой совет. Выслушав доклад Маргариты Болычевой, Андрей Назаров остался доволен. Впрочем, сделал одно важное замечание. Он отметил, что мэр Уфы и вообще мэрия Уфы недостаточно вовлечены в подготовку форума «Россия-Беларусь». Я просто на некоторых совещаниях вижу иногда Уфа как бы так, вроде и да, но и вроде не в полной мере. Ну, наверное, это зависит в том числе от вовлеченности первого лица муниципалитета, в частности, мэра столицы. Поэтому, все не надо, наверное, дела отложить, да, но все возможное время, которое можете высвободить, надо его сейчас направить на подготовку и проведение этого мероприятия. И строго повелел Ратмиру Мавлееву вовлечься в это дело посерьезнее. Ну, что-то там идет, видимо, не так. Мавлеев, видимо, забил на это мероприятие или не счел его достаточно значимым для собственной важной персоны.